Смотрите, какой рахат лукум красивый. Черчхела. Такими ножницами. Мне надо будет подписать. Есть ручка? Такой шоколадный. Еще раз открывать. Любой. Вон тут мне нравится. Вот этот? Шоколадный. А вот этот мне нравится. Это шербет лукум называется. Вот это? Это просто лукум? Шербет лукум. По-моему, не так, в магазине. В Кемере. Ну, они говорили, девчонки эти все на развес берут. Вот этот шербет шерахат. Это лучше, чем эти коробки. Ну, да. Прикольно, видишь, ножницами так раз, два. Здрасте. Здрасте. Апави! Мурадави! Мурадави! Апави, здесь засерим сюда, пожалуйста. Байрам Байрам сегодня. Байрам Байрам? Привет, да. Ой, боже, господи. Пора? Деньги где? Деньги? Денег нема. Ульнёпты мне? Пора это деньги, да. Руки целовать я потом сразу надо должен, но ты сразу деньги, да. Так давай я тебя буду целовать, а ты мне будешь деньги давать. Спасибо. Я это не сделаю. Вкусно? Смотрите, как растут гранаты, да. Вот так спеют. Там какие-то такие черненькие штучки сидят на этих, на листочках. Так вот гранаты в куче. Висят такие ветки. Это вот линюк. Мы приехали на рынок, но они цепляются так, что нельзя пройти. Поэтому решили лучше в маркет пойти, что-то купить. Вот смотрите, красные гранаты уже поспели. Вот такие вот. Красные, видите? Здесь купил сувениры. Тут видите, 5-10 магнитов, $5 или 5 евро. Вот я купил 10 штук там на подарки. И вот тут мыло продается. Что, тарелки? Да не, наверное. Я думаю, может взять мыло. А, большие. Я думаю, может быть, мыло взять. А какое мыло можно на подарок взять? Это ваше, да, мыло? Это ваше мыло, да? А какое можно взять такое на подарок? Что обычно берут? Нет, я понял цену. Какое можно? Это местное, турецкое, да? Турецкое. Хорошее? Ну, понюхай, вроде хорошее, раз, по-разному пахнет. $2 фабрик сна. Ага. Это 3 штук, 5, 7 штук, 10. Парень с фирмой. Я понял. Ага, спасибо. Ну, давайте мне, наверное, 7 штук разных. А вот, не верили? Ну, по одному так, 7 штук. Ну, какие на ваш вкус. А это получается... Такое по одному доллару. Такое по одному доллару, да. Ну, я такое возьму. На подарки. А. Тут разные платки, накидки. Это рынок. Да, наберите какие там. 7 штуки, да? Да, да. Какие-то такие неплохие вкусы. На ваш вкус. Давайте, да, да, давайте, какие, ладно. Разные просто, да. Давайте такой, да. Давайте. 4. Угу. 5, 6, 7, да. Все, спасибо. Не, крем не надо, не, спасибо. Здесь магазин такой на рынке, покупаем у парня полотенце. Вот такое. Ну давай такое, только надо проверить его. Какой, а где набор? Где оно в наборе? Вот оно в наборе. А ну покажи. Тут разные полотенца есть. Там несколько штук за доллар. Нет? Вот впереди стоит наборчик. Маленький. Небольшой. И сколько набор стоит? Ой, пусть. По $10, $60, 6 штук больших. А такое? А такое по $5, в отдельности $30. Да не, мне-то мне надо тогда одно хорошее. Вот вместе получается $12, одно большое, одно маленькое. Набор?
Нет. Или штука. Одно большое, одно маленькое. Мне надо одно хорошее. Вот я тебе один набор. Одно. Не набор, не одна штука надо. Большое, да? Штука $10 будет тебе. Невыгодно тебе. А набор сколько? Так куда же я не буду их продавать в Украине? Мне надо на подарок. Я тебе на подарок вот даю. Ты двум человек. Ты мне на подарок дай хорошее полотенце. С одной пулей два зайца убьешь. Подожди, сколько такое стоит? Такие все поговорки знать. Одно? Он большое. Ну вот мне надо большое и хорошее полотенце. Ты мне какие-то наборы показываешь. О. А что там у тебя оно? Сигареты или что там? То есть курил уже. Я не курю. Не курю. Вот ваша Гавана с Украины. Только вчера приехала. А. Украина? А. Украина есть. Украина, да. Украине нема Гаван. Как так, нема вот Гаван? Есть? Серьезно говоришь, что с Днепропетровска вчера приехал? Так я в Днепропетровске живу, да. Серьезно? Я подруга вчера приехала, привезла подарок. Ну. Так, подожди. Какой цвет? 7 долларов тебе будет, давай. Какое полотенце? Вот это. Какой цвет? Да вот это не хочу, я хочу вот это. Белое, хоть светлое. Да. Ну, такой кремовый. Давай водичку нальешь туда, посмотрим. У меня водички нет. Так нету. Пустая бакашка. А как ты проверяешь полотенце? Мне запрещают здесь полотенце проверять, потому что если не высохнет до вечера, что будет? Я же вечером машину гружу. Шеф так говорит. Ну, некоторые клиенты проверяют так с угла. Не на середине, с угла проверяют. Леха, ты понимаешь в этом чине? Да ничего я не понимаю. Вроде да, хороший. Если не хороший будет, не будет стоять. Да ну, то понятно, что будет. Джума. Он доллар. Желтая, не? Да не, желтая не хочу, но желтая какая-то. Или вот такое, страшное, да, темное. Желтая, мне вот это нравится. Не бери тогда. А что это нитки, что это такое? Ну я что поделаю? Ну, он, знаешь, каждый день на машину грузим, выгружаем, вот здесь так получается. Вот возьми, я тебе хороший комплект предлагаю, ты не хочешь. А комплект не хочу я. Блин. А постельные почем такие наборы? Разные цены, какие ты хочешь. Если хочешь, вот по $10. Это турецкая или нет? Это турецкая, здесь все турецкое. Китая нету. Есть вот такие сатин, полторашки. Ну да, тут написано. Вот 40 ниже есть хлопок сатин, двушки. 45 ниже есть вот такой сатин, делюкс, евромодель. Ага. 60 ниже. Семейный сатин от 60 ниже. Муниципальный сатин от 50 ниже. Я понял. Так, ладно, давай пойдем посмотрим, потому давай что... Давай полотенце сначала купим. Не. Почему я нет? Посмотрю. Как спасибо. Так, ладно. Не, ну что, я говорю, что не это самое. Вот тоже такие чаи. Вот надо спросить, а у вас какую цену чаи такие? За 100 грамм сколько? $2. $2, ну как и там. 300 грамм за 5. Еще 300 бонус. За 5. Ага. Еще бонус. Килограмм. Можно попробовать? Холодный чай угощаем. Да мы знаем, мы уже купили, мы спрашиваем. Мы покупали в этом. Да. Бельдиби купи. Мы прицениваемся. Знаешь, какая-то психология. Уже купили, все равно надо спросить. Ага. Насколько прогадали, да? Ага. Вот это тоже шор, это джинсы продаются. Здравствуйте. Да не, жарко. Мне надо полотенце, я не знаю, какое полотенце. Понимаешь, мне сейчас какое-то... А, не, мы не стали менять. Вы тоже, да? Ну да. Тут все в долларах. А полотенце ваше, да? Мне надо какое-то полотенце на подарок взять. Одно, не набор, да, не набор, а одно полотенце. Такое, чтобы не... Ну, чтобы хорошее, я не знаю, какое лучше. Я не разбираюсь, если по честно. По качеству было очень хорошее. По деньгам. Ну, сколько стоит оно? Какие есть у вас? Самое дорогое. Так, чтобы я не торговался, как? Смотрите, я вам просто, я все показала. Я не умею, вы, да. Это самое дорогое Джакарт. За $10. Угу. Вот красиво. Это бамбук. Да, красиво. Да, с таким. Цвет есть? Угу. Любой, да. Это бамбук. А какое? А какое вообще лучше? Джакарт или бамбук? Какое считается? Это должно быть женщина или мужчина? Ну, женщина, скорее всего. Да. Мне разыграть надо. Как приз. Да. Ты даже, может, 3 сделал бы таких, чтобы 3 полотенца. Микрокотон. Но вот это у вас самое лучшее, да, которое вы показали? Вот это вот. Это фабрика дорогая, брендовая. И вот эти сейчас тоже распродажи тоже неплохие. Их 5 цветов есть. $5. Да, ну я же
Ну, давайте, наверное, мне вот таких три, только разных. Вот разные какие-то такие. Цвета? Вот такие цвета, да. Чтобы были... Какой цвет? Скажи, сколько штук? А где они есть у вас? Мне три штуки надо, да. Какой цвет я вам покажу, а вы выберете. Сейчас, вот смотрите. Сколько вот это сказать? Это тоже красиво. Это такое, видишь, долларов. Оно блестит таким. Ну, это полотенце, а ребята. Это подарить не стыдно. Все, которые висят, это 25. Ну, давайте, вот такое. Вот такое. Да, вот такое мне понравилось. Голубенькое? Да. А вы откуда, ребята? Из Днепропетровска, из Украины. Днепра? А вы откуда? С Одессы. Ой, Одесса, мы были в этом году недавно в Одессе. Были? Да. Гуляли? Гуляли. Дворики одесские смотрели, там на море купались. В Аркадию ездили? В Аркадию. Ну, Аркадию, говорят, испортили. Каштаны, ну, я раньше не видел, а говорят, каштаны такие были шикарные. Да, все, да, это. Там же много эти, попалили друг друга, рестораны полили. А, ну да, это я слышал. Смотри, тоже. Еще так, еще какое? Может быть, вот такое светлое, да? Да, мне кажется, да, такие нежные цвета. Это сколько? Ребята, $30, да? Да. Ребята. Что-то еще надо? Да не, это все. Потому что есть такие лицевые. В смысле лицевые? В лицо. А, для лица? Не надо. Спасибо. Тут продаются разные джинсы. Какие хочешь. А, такие вот полотенца купил на подарок. Они красивые очень. С одной стороны, вот они такие вот без блеска, а с той стороны они блестят. Вот видите, а нет, то ли они так по краям только блестят. Видите, таким вот, как атласное что-то или что. Вот потом второе такое же полотенце красивое. И это она мне подарила полотенце. Ну, я три их купил. Одно еще тут. Третье вот тут у меня полотенце такое же. Это на розыгрыш взял. Три кучки будет. В общем, тут, оказывается, продавщица, она из Одессы. Попросила дочке передать вот такие сандалии, там новой почте, чтобы я отправил. Вот, записала телефон, так благодарила. Я говорю, да, без проблем, говорю, передам. Вот. И тут мыло, сувениры, магнитики всяких понабирал. Видите, такие, Анталия. Такие. 10 магнитов всяких. Там это тоже на розыгрыш. И так, 5 штук на розыгрыш. То есть 3, у меня будет 3 кучки. Вот. Котики мерзкие, гляньте. Какие красивые цвет себе стал. Собаку горбату. И вот эти вот такие магнитики на розыгрыш я купил. Вот разные интересные. И мыло. А мыло тут у меня. Вот такое мыло разное. Тоже разыграю мыло. Полотенце, мыло, магнит. Может еще там какие-то сладости возьму, чтобы было три кучки одинаковых. Как тебе мыло? Хорошо. Это уже надо. Рис. Она показала, что это у них там фирма какая-то. Только как понять, лаванда, это лимон. Это получается кукюр сабуну. Черный тмином. А что такое кукюр сабуну? Ромашковое мыло. Интересные такие мыльца. С календулой и прополисом. Такие мыло. Интересно. Ромашка и лимон. 10 магнитов. А что-то мне кажется их меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а не 10. И такое вот купил. Причем слоны вот в Кемеру, мне интересно. Ну, может, у них слоны где-то водятся, мы же не знаем. Не бывает слонов? Вот это прикольное. А, ну это типа тигровый глаз. У них вот такой вот тигровый глаз. В виде там туфелек, вот на туфельках, видишь, божьи коробки, Анталия. Я вот это себе оставлю, вот такого кота. А почему слоны? Действительно, много слонов. Вот Памукали. Историческое место. Люди, вот что, колорит. Какие колориты могу показать? По-разному получается. Я ж не сценарий не пишу, куда я буду ехать. У меня нема проработки, у меня нема
это как едут съемки, сразу они едут на освоение, осваивают территорию, договариваются, что будут снимать, и потом приезжают уже с героями, снимают, как СТБ делают. У меня получилось, встретились кто-то зрители, кто-то где-то сам, где-то услышал, где-то кто-то написал, давай встретимся, давай то покажу, все, ну вот получается, а так, нема в этот раз, что теперь я буду бегать по Турции, не отдохнувшись, хекать, без языка, снимать исторические места, да, на гору листы. Вот такие, знаете, как чешуя рыбки. 40-й размер, это мне надо в Одессу отправить, женщина из Одессы. Я не торговался, ничего, это по десятке долларов каждое полотенце. Не знаю, дорого это, дешево, она говорит, фабричная, хорошая. Вот это она мне взяла, еще сунула, говорит, это тебе подарок за то, что я говорю, да ладно, дала, спасибо. Вот, и магниты 10 штук, 5 долларов вот эти магниты. Это, в принципе, недорого. По полдоллара магнит, по 12 гривен. Смотрите, ребята, что у меня творится. Я не могу ничего тут постирать, не могу ничего разобраться. У меня тут и носки, и футболки, так насыпами, и трусы. Вот так я живу. У Лехи он чистота, а у меня... Ну, потому что я монтирую, я ничего не соображаю. Тут чемодан тоже все разворочено. Король гламура будет. Да, точно. Турецкий шейх. А представь, там наркотики в этом подстилке. Берут, сажают в тюрьму, боже. Поймали, сам голова аэропорта с наркотиками. Наркотрафик. Ага, что там у нас сегодня во дворе творится? Мы все сидим в отель туда, потому что там есть Wi-Fi. Сегодня Байрам Кайрам. Праздник национальный. Очень я вам потом кое-что расскажу. Скажу, что турки озабочены. Кто понял, то и понял.